попал в модели. Давай чуть назад, чуть назад. Не, назад сместись, пожалуйста. Так. Да, назад. Отлично, супер. Чтобы мы смогли до тебя добраться. Так. О. Так. Чувствуется? Так, да. Давай. Подними, ручки вдоль тела положишь. Вот сюда вот головушку. На бочок. А, руки вдоль тела. Да, нет, это на бочок так ложи. Ага. Руки вдоль тела. Ага. Удобно? Да. Удобно. Смотри, что тут у нас есть. У нас тут есть пита. Ух ты. Как тебе аромат? Отлично. Друзья, смотри, у нас тут есть мята. Так. Ну что, приступим? Да. Так, и я буду постепенно менять там эти все процедуры наши. Можно? Итак, второй тебя приходит сюда в испытание, четвертый смотрите, детский канал оказывает свою лекцию парения, свое видение бани. Сейчас приятная волна окатит твое тело, такое, как одеяло укроется. Чувствуешь? Пошло, да? Венчиком на голову. Приятное ощущение. Будем увеличивать температуру. Можете поднимать ее. Сюда. Делаем так вот. Вместе. Хорошо? Держи ножки. Самка. Отлично. Ты только ощущение. Ощущение. Помни наш уговор. Ощущение. Ощущение. Ладно, ножки. Ложим ножки. Парим ножки, парим ножки, побежали по дорогам. Парим, парим, радость, парим, парим, радость, дай! Как ощущение? Отлично. Отлично.
привет. Выступление на третьем конгрессе Юрки Караманов. На втором белорусском чемпионате по правильному. Так. Напомню критерии, по которым... Как ощущение? Легче? Седьмой критерий – маленькое владение винтом и применяемые аксессуарами. Восьмой критерий – массажные техники в работе. Девятый – контрактные процедуры, проявленные в качестве выполнения. Как дышится? Отлично. Отлично. То же самое ощущение. Приятное тепло окружает. Так, переворачиваемся сейчас. Секундочку. Живот. Сейчас отдыхаем. Ощущения ловим. Отлично. Ага.
вот выступление Романа Лидовича. На живот? Да. На Белорусском народном чемпионате по парению. Ножички поднимаем. Давай сюда. Так. Удобно? Да, отлично. Ложи. Так. Тут у нас все хорошо? Да, да, да. Все хорошо. Температурка уже повыше, да? Да, сейчас мы откроем диск. Не, нормально. Нормально. Круто. Сейчас приятный легкий воздух. Угу. Ворвется в парную. Ощущения будут. Нарастать, легкость, радость, любовь. А, чувствуешь? Да не то слово. А. Сейчас легкость, приятное ощущение радости наполнит твое тело. Осталось 1 минута. Выступает участник номер 7, белорусский чемпионат по парению, второй белорусский чемпионат по парению. Участник номер 7, Юрчик Роман. Нормально.
преступление. Спасибо. Подожди, подожди, сейчас. Пойдем на воде. Пойдем. Все хорошо? Да, отлично. Ага, давай. Ой. Так, подожди. Да, почти.